тамақ пісіріп жатырмын. Сүрленген ет, бәрін қосып берем. Знаете, у меня есть такая хорошая черта. Я одновременно могу делать несколько дел. Например, писать, читать, готовить или вязать. Ну, одновременно фильм смотреть и вязать, например. Или это привычка с детства раньше. Я вязала, сидела и смотрела телевизор. Это хорошая черта. А есть у меня плохая черта. Прямо с детства. Мне все время скучно. И я начатое дело или цель могу просто забросить. Я вот постоянно вот это чувствую.